уж и с печай бежал, и сливки мальчик выливал. Татьяна пред окном стояла, на стеклах ладная душа, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель «О, да е». Ну вот, багряной рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. И вот из ближнего посада созревших барышей кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость! Да какая! Музыка будет полковая. Полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Буянов, братец мой задорный, герой нашему подвел Татьяну с Ольгой. Проворно Онегин с Ольгой пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежный какой-то пошлый мадригал. И руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул, сам не свой. В негодовании ревнимом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя, нельзя, ну что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла, возможно, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снести удара. Проказы женские клиня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его.